Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Валерия, моего подписчика с ником Deadly. И сегодня у нас будет коллекционер героев, как обычно. Находится он в гильдии Runaway. Первые места, битва гильдии Атака Фортов, 4-й 20-30, 5-й 21-00, Атака Фортов 20-00. Прием с высокими очками, без допов, только через собеседование. Телега и ВКшка на экране. Окей. Так, что тут у нас по самикам? $38,000. Он уже что-то ролил. Так, окей. Смотрим аккаунт, что за аккаунт. Немножко доната. Слегка под 300, 400. Так, окей, поехали. Тогда посмотрим, чего у него за герои есть, чего нету. 72, ну, Некроса нет. Командора, Ледяха, Асура, Рогатка, Бугимен. Ну, в общем, надо кого-то с них вытащить. На 38 нереально просто вытащить. Ну, может и повезет. Поехали, посмотрим алтарь. Старая шапка. Старый дрейк, да, старенький аккаунт, видимо, судя по талантикам. Купидончик без ремки, зато минус топовый. Тыковка топовая. Так, Анубис. Бигфут. Рейка, неплохо, неплохо. Ну, конечно, не топ. Окей. Let's go, попробуем что-то выролить на 38к с недостающих. Но Фрэнки сразу же вот так вот, просто изи. Ну, не знаю, что-то последнее время бывает топ-легенды. Ну, в принципе, это не топ-легенда, вот именно нужные легенды падают сразу же. Так, окей, поехали. Ну, за него, конечно, там не особо топовый лут, но мелочь, но все равно приятно. Так, окей. Так, рыцарь. Ну, где студеные вседелись? Студеные, ау, воржей. Ара, скинчик есть, отлично. Я, в принципе, донатный аккаунт. Такс. Еще один рыцарь. Рон. Так, окей, поехали дальше. Сори, немножко отвлекся. Ну, где имба герои? Влад Дракула. Ну, такое себе. Хотя 9.15, отлично, поехали в рейд. Ну, тут все понятно, думаю. Окей, let's go. Сразу суккуб падает. Ну. Фараон. Так, десятку собрали. Душегуб, сердцеедка. Просто изи. Я знаю, что мы, скорее всего, слизни не соберем, но мы вытащили больше, чем слизни. Что могу сказать? Обалденный герой, который, блин, помогает как и донатом, так и без донатом. Многие хотят его получить. Приносит массу удовольствия, всего там
Просто мега. Как для доната, для бездоната, то тем более. Ну, что, поздравляю, ледяной феникс есть у тебя уже. Поехали дальше. 13к на 5 слизней. Тыква-хранитель. Так, 4. Поехали в рейд. Ну, неплохо, неплохо у него герои, конечно, выносят. Печалька. Фан Аладдин даже упал. А слизни вообще не падают. Ну, я думаю, это все фигня. Каким героем? Да, тем более, аккаунт донатный, ему нафиг оно не надо, по сути. Так, отлично. Грома. Ну дайте уже какую-то имбу, блин. Ну чё вы? Реально жесть. Ну хотя на 40к реально очень сложно собрать. Так, окей. Самое главное, что мы вытащили. Просто жесть. Просто жизнь, боль. Так, окей. Поехали, посмотрим. Хоть один недостающий герой, но зато какой. Так, с ледяной феникс. Блин, у него и коробок нет. Ладно, попробуем. Топ-талант для имба-героя. Так, ну у него, наверное, тут пятерки на всех допах. Скорее всего. Любитель почек. Да. Да, тут некому ставить. Ну ладно. Так, поехали посмотрим, что там у нас еще есть интересного. Так, сундучок. Оп. Вот и сразу же проблемка для будущего Леда Феникса, которого надо качать. Ну, что могу сказать? Поздравляю за 40к, я считаю, блин, это просто мега эпически получилось, блин, получить такие героев. Такого героя, не героя, но он один как множество героев, плюс, блин, ремку на него, поэтому можно сейчас там любой талант, в принципе, ему ставить, ремочка уже есть, я думаю, у него и так ремки на этом аккаунте есть. Так, окей. 100 книг, странно. Совпадение, не думаю. Блин, хочется пооткрывать, ладно, пооткрываем. Может, коробка оттуда вылетит еще одна. Так, вот Дракула, по книгам у него печаль, но запашек у него хватает, лизней особо нет. О, но прокачку у него частично хватит. Так, ну откроем, получится, не получится. Давайте по одному откроем. Интересно, выпадет? Хоть раз мне пятый сундук. Я уже запарился открывать, но реально очень плохо отсюда начали сундуки падать. Так, ну-ка. Так, сундук гильдии. Ну, сундук гильдии смысл открывать. В общем, вот так вот, ребят, ну, что я могу сказать.
Действительно круто получилось. Я, честно говоря, не надеялся. Но, как видите, рождественские чудеса бывают. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.